Друзья, добрый день. Хочу представить вам Роберта Туйкина. Он сейчас расскажет о своем проекте в рамках делового форума «Левадия». Роберт, расскажите, пожалуйста. Добрый день, друзья. О своем проекте. Но он не совсем мой, потому что у меня есть четверо детей, у меня есть внук. И мои дети, то есть я их очень мечтал. Я мечтал, когда же у меня появится дочь. И так она прям папин ребенок. И я хотел, чтобы мои дети были счастливы. Счастливы в реальном мире. И мне кажется, это такая прям для многих родителей важная тема. А поскольку я же математик, в первую очередь, я стал думать, а как что нужно сделать для того, чтобы это стало возможным. И идея следующая, что первое, что важно научиться делать, это важно научиться быть счастливым самостоятельно. Вот быть пропитанным счастьем, чтобы ребенок мог увидеть такое счастье, как быть рядом с счастливым человеком, чтобы он заразился им. И второе, как важно дать ребенку контакт с реальным миром, чтобы он смог быть, ну, в реальном мире жить. И для этого так получилось, что я создал разрешительную педагогику. Потому что ошибка, которая сейчас есть, и достаточно много где транслируется, что родители пытаются защитить хрупкого ребенка от ужасов этого мира. И прям получается, что их основная идея – это защитить и запретить. И они воспринимают мир как прям такую большую страшилку. А моя идея – не запрещать, а разрешать. И разрешать, и поддерживать. И для этого прям была разработана там целая система безопасности. Но если, смотрите, вот, если бы то, что вы мечтаете, а я верю, что каждый мечтает о чем-то прекрасном, тебе бы это разрешали. Разрешали быть счастливым, разрешали быть собой. Потому что здоровое, оно про мнение. И если бы вас поддерживали в момент решительных там вызов, потому что развитие, счастье – это когда ты что-то достигаешь, ты чего-то преодолеваешь, ты развиваешься. И как важна в момент этого роста, риска, поддержка родных, близких. И я хочу, чтобы то, о чем вы мечтаете, в лучшей форме для себя, для людей вокруг, сбывалось. Я хочу вас поддержать в том, что это возможно. Если вам будет нужно, там, звоните, пишите. Спасибо, до свидания. Мы вместе, мы рядом. Очень люблю Белоруссию. У меня там огромное количество друзей. И мне кажется, что дружба – это прям вот некая прям основа для любви. А данный форум вот этот, вот, он вам в чем помогает? И данный форум мне помогает в следующем, что я не встречаюсь с мастерами. Вот с мастерами с большой буквы. И даже побыть в поле мастера – это уже пропитаться. И то, что мне нравится, что здесь мастера, встречаясь, не мерятся, кто круче. Они как дети, знаете, вот они делятся собой, и происходит взаимоопыление. Это правда. Вот. А когда суперинженер делится идеями, там, супердизайнером, вдруг в обоих рождается какое-то… Потому что самое замечательное, что может случиться – это контакт человека с человеком. И от этого контакта человек с человеком рождаются прекрасные вещи. Дети, вот, идеи, проекты, вот, мечты. В общем, за здоровый контакт с собой, с миром, с людьми, за веру вот, в мечту. Понимаете, опять же, что мне еще дает этот форум, что здесь много таких седых, вот, умудренных людей, но они при этом сохраняют детский взгляд на мир. Вот этот удивленный, восторженный, вот что они любопытны. И это прям вот как возможность пообщаться с внутренним ребенком, прям как-то вот поиграть. И когда я начинаю смотреть на мир как на прекрасную, интересную игру, которую, ну, можно выиграть. И играть в игру не там победить кого-то, а выиграть. О том, как быть вместе, придумывать эти игры, реализовывать их. И главное жить в этот момент, в этом прекрасном моменте, здесь, сейчас. Потому что прошлое забыто, будущее скрыто, даровано настоящее. Это называется настоящее.
Спасибо вам большое, Роберт, успехов. Спасибо. Удачи. Спасибо вам.